Эй, здорово, товарищи, с вами Данур Рондан. Мы играем в Киберпанк, поехали. Пока не место. Ну, в общем, такие. Здорово. Не буду же я сама их делать. Привет. Слушай, я тебе ничего не должна. Ну все, игра заканчивается у нас. Дерьмище. Это плохо кончится, говорю тебе. Эта фарфоровая сука точно нас подставит. Слушай, да успокойся ты. Просто зайдем, поговорим. И уйдем. Ханако-сама га омачи да. Он доволен, надо же. Она всех выгнала. Херово. Ты пришла. Прекрасно. Спасибо, что вы пришли. Не за что, Ви. Спасибо тебе. Прежде чем обсуждать детали, я хочу кое-что объяснить. Ты имеешь право знать, почему я решила тебе помочь. Вы не знали, можно ли мне верить. Убил ли Юринобу вашего отца? Что с тех пор изменилось? Я все знала. С самого начала. Вы знали? Как и все члены правления. Никто из них не поверил в то, что моего отца могли отравить. Картина не складывалась, слишком много деталей не совпадало. Вы помогли своему брату скрыть убийство. Не притворяйтесь, что вы чем-то лучше него. Не притворяйся, что знаешь что-то о моей семье. Разумеется, мой отец не был ангелом. Я не питаю иллюзий на его счет. Если надо было устранить врага, он отдавал приказ без колебаний. Юринобу считал это недопустимым. Но для отца цель всегда оправдывала средства. В жизни ему было важно только одно. Знаешь, что именно? Я думала, мы будем обсуждать дела. Да, конечно. Ты принесла душегуб, как мы и договаривались? Держи ствол наготове, и ни слова. Думаете, меня так просто развести? Я вообще-то хочу выйти отсюда живой. Если бы я хотела тебе навредить, я бы выбрала менее заметное место для встречи. Мы здесь, потому что я могу спасти тебе жизнь. Нет. Я проведу тебя в Микоши. Как? Ее же не существует в реальности. Точка доступа туда есть, и она совсем рядом. Раскололась. Здесь, в Найт-Сити, под Ирасака Тауэр. Нам надо уходить. Быстрее. Нельзя. Садись, у нас мало времени. А вот это уже интересно. Я вас внимательно слушаю. Мой брат. Чувствуешь? Вот так пахнет говно. Смотри, не вляпайся. Мы должны добиться, чтобы он ответил за свои поступки. Это ваше грязное белье. Ваши семейные разборки.
Зачем мне в это вмешиваться? Ты уже вмешалась. По своей воле. И что вы хотите сделать? Йоринобу? Ханако-сама, соро-соро го-читаку ни о-модори итадайте. Сугу ни сму ва. Йоринобу скоро соберет заседание правления. Будут приглашены представители всех фракций. Это хорошая возможность рассказать им, как на самом деле погиб мой отец. Я приведу тебя на эту встречу, и ты дашь показания против Йоринобу. Дашь показания? Слушайте, можно я скажу прямо? Помоги мне избавиться от Йоринобу, и я избавлю тебя от конструкта. Да ладно, что ты на меня так снисходительно смотришь? Ну, мне скоро нужно будет вернуться. Так себе план. Иначе я навлеку на себя подозрение. Вы просто хотите меня использовать? Нет. Я просто предлагаю тебе решение. Вы не первая, если что. Не исключено, что последняя. Я бы не стала рисковать. Давай, пошли отсюда скорей. Ви, как ты себя чувствуешь? А? У тебя идет кровь. Бля. Кажется, твое время уже на исходе. Лучше поторопись с решением. Да, я подумаю. Тебе нужно на воздух. Быстро. Это все из-за того, что Джонни расстроился, наверняка. Я предупреждал. Ты что творишь? Там, может, всего пара часов осталось. Посмотри, ты на ногах еле держишься. Зато я полон сил, и тело меня слушается. Понимаешь, к чему я клоню? Само собой. Ты хочешь взять меня под контроль? Я хочу спасти тебе жизнь. Выпей псевдоэндотрезина, подвинься и пусти меня за руль. Я привезу нас прямо в Микоши. Ага. И как именно? Без помощи этой фарфоровой пизды, это уж точно. В одиночку у тебя нет шансов. Вот поэтому я хочу взять с собой бестию. У нее есть еще порох в пороховницах. И она у меня в долгу. Может, лет 50 назад она бы и бросила все ради тебя. А сейчас вряд ли. Я ее уговорю. У нас обоих есть опыт в таких операциях. Ворвемся в Арасака Таур, как бывало в старые добрые времена, и разъебашим им всю Микошек ебени матери. Других вариантов нет. А по нам? Она предлагала помощь. Послушай, Ви, эти ребята просто бродяги. Операция против Арасаки — это тебе не конвои грабить. Вспомни, ты уже работала с любителями, и мы знаем, чем это кончилось. А ты работал с профи. Вышло не намного лучше. Поверь мне, ты не хочешь, чтобы люди умирали за тебя. Оно того не стоит. Наша единственная надежда сидит сейчас в посмертии. И ее зовут Бестия. За кого? За Бестию? Бестия? Не знаю. Ты уверен, что она нам подойдет? Эту концовку я тоже... С ее опытом, ее возможностями и связями? Боюсь, только она одна и подойдет. Джонни... Все будет нормально. Заберемся в башню. Альт откроет Микоши. А потом я расскажу цветом. Блядь, ты опять отрубаешься. Thank you.
Я... что? Нет, ты еще в мире живых. Пока что. Тише, тише. Лучше не двигайся. Вик. Больно, больно, я знаю. Ты бредила, когда пришла, так что я накачал тебя бета-галоперидол. Но светочувствительность — это хороший знак. Зрительные нервы не повреждены. Голова. Я сейчас стабилизирую твой биочип. Такое чувство. Будто кто-то пробивал твоей головой асфальт. Как? Как я сюда попала? Приползла сюда на последнем издыхании. Испугала Мисти до полусмерти. Скинула со стола пациента, которого я оперировал. И потребовала, чтобы я занялся тобой. Скажи, это был твой ангел-хранитель? Это... была не совсем я. Знаю. Это меня и беспокоит. Что там, все плохо? Настолько? Ну, вот так должно быть немного получше. Попробуй сесть. Осторожно. Попробую. Кажется, ощущения возвращаются. Ой. Не спеши. Очередная победа мирового масштаба. Сколько это еще будет продолжаться, Ви? Ты мне скажи. Судя по твоему состоянию, недолго. В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти. Ты откинешься где-нибудь в переулке. У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы, понимаешь? Я знаю, Вик. Скоро начну. Нет, начинай сейчас. Смотри, видишь вон тот столик? Да, а что такое? Там лежит последняя доза псевдоэндотризина. Подарок от Мисти. Хочешь дать волю голосам у тебя в голове? Давай, пыхни. И уйдешь на второй план. Или пойди другим путем. Закончи игру по своим правилам. Я тоже оставил тебе подарочек. Блокаторы. Если пройдешь эти несколько метров, дальше надеяться придется только на себя. Ну вот, это наш последний шанс. Я забираю управление. Эндотрезин, Бестия, Росака Тауэр. Иначе ничего не получится. Тише, Джонни. Мне нужно подумать. Хочешь проскинуть мозгами? Ладно. Ладно. Только не в этом подвале. Господи, Ви, ты думаешь вслух? Я вслух? Иди и сделай что-нибудь. Наверное, справлюсь. В общем, решай, Ви. Только сперва надо выбраться отсюда. Ви, я слышала, твои мысли. Да, неловко вышло. Извини. Не извиняйся. Я знаю, что происходит. И да дальше пошли. Ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться, я знаю хорошее место. Пошли. Ладно, веди. А что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко. Джеки? А он-то тут при чем? Увидишь. Пойдем.
Последний этаж. Он был такой же мрачный. Кто? Джек? Вот и все, Чика. Мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентино. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя банда, правильный выбор сделать не получится. Да уж. Жизнь была несправедлива. Ой, наконец-то выбрались на воздух. После того, как я привела его сюда. Если мы вместе это сделаем, то... Видишь? Можно получить власть в свои руки. Я прихожу сюда, когда мне надо подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди, пока все не обмозгуешь. Побыть наедине с собой? Последнее время у меня с этим сложновато. Сиди на здоровье. Ты меня напугала вообще-то. Думал, ты решила отчалить. Нет, я еще здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, все пойдет по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, чё будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колеса подождут. Джуди. Понимаю. Даже я к ней слегка привязался. Она должна знать. Привет, Джуди. О, привет, Ви. Как ты там? Помнишь, когда мы плавали? Ага, круто было, скажи. Ты тогда сказала, что почувствовала во мне. Смерть? Пора с ней разобраться. Не уверена, что получится. Но я попытаюсь. Слушай, не знаю, что ты задумала, но я буду ждать. Береги себя, хорошо? Ладно, постараюсь. Ну все. Хорошо, что позвонила. Мне, к сожалению, было некому. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить. Во-во, и не говори. А теперь я пытаюсь спасти твою шкуру. И спасу, будь уверена. Ну или позови Панам и ее гудронных крыс. Но тогда все они будут на твоей совести. А еще можешь заключить сделку с Арасакой. И всю жизнь жалеть, что продала душу дьяволу. А если мы пойдем с Бестией, то мы отомстим за Джонни. Давай пока с Бестией. Я считаю, что с Панам это лучший вариант. Ладно, иди ты вместе с Бестией. У вас двоих больше всего шансов. Нет, я считаю, что... Ты уверена? Назад откатиться уже не получится. Возможно. Возможно, и из Бестии лучший вариант. Вперед, Джонни. Лучше, чем с Панам. Трудно сказать, что лучше. Забирай тело. Только не убей нас на радостях. Спасибо, Ви.
Я нас обоих вытяну. Вот увидишь. Тут вот сейчас концовка самая каноничная будет. До встречи на той стороне. Свести. Обязательно. Даже если придется сжечь нахер весь Найт Сити. Какие люди без охраны? Да, это будет лучше, чем с планом гораздо. Я в это верю. Не стой у меня на пути. Твоя контора до сих пор на плаву только по моей милости. А я могу сменить ее на гнев в любой момент. Так, погоди секунду. Ви? Не угадала. У тебя еще одна попытка. Джонни. Вакака, я перезвоню. Чего тебе нужно, Джонни? Боже, кто-то умер? Что, не рада меня видеть? Честно говоря, не знаю. Почему? По-моему, в кино нам было классно. Мы больше не в кино, если что. И я, кажется, догадываюсь, зачем ты здесь, Джонни. Тебе опять что-то нужно. Запахло пиздецом. Мне кажется, что Джонни просто мстит ей сейчас. Не трать мое ты тут время. Ты неплохо устроилась, бестия. Королева Найт Сити. Наверное, нелегко было этого достичь. Другим вот не удалось. Чему ты клонишь, Джонни? Просто иди быстрее. Скажи, ты не скучаешь по старым временам? Старые времена прошли. Мне и здесь хорошо. Это я вижу. Жаль только больше никому из Атлантиды так не повезло. Ты предала Атлантиду. Слышь, предательница. Баста. Мы еще не закончили! Нет, закончили! Что творится-то? Ничего, можешь идти домой. Твоя смена на сегодня закончена. Ладно, пойду еще поработаю, что ли. Что, весь клуб в нашем распоряжении? Вот это сервис. Теперь говори, какого черта ты мне тут предъявляешь? Давай будем откровенны. Я знаю, что ты предалась корпоратам. То есть ты думаешь... Блять! С чего ты взял, что мне интересно твое ебаное мнение о том, как я работаю? Окей, хорошо. Я знаю, о ком ты сейчас думаешь. Об Адаме Смешере. Ты прав. Но не совсем. Ты погиб, а я не могла вечно носить траур. В нашем деле нет места сентиментальности, Джонни. Мы со Смешером работали на одних людей. Хуёво ли я поступила? Да. Был ли у меня выбор? Был. Жалею ли я? Да, очень сильно. Ты это хотел услышать? Ладно. Как говорится, кто старое помянет. Ну, тогда... Может, лучше поговорим о новом? Я же знаю, что ты пришел сюда не просто так. Мне нужно забраться в Арасака Тауэр, и ты мне в этом поможешь. Ты серьезно? Арасака? Опять? Джонни, это же одержимость! Я называю это хобби. Смотри, мы знаем, где точка доступа к Микоши. Она находится под Арасака Тауэр. Мне надо как-то туда добраться. Потом я должен впустить Альт в систему. Для меня это единственная возможность расцепиться с Ви. Без вариантов. А что?
Тебе плохо в этом теле? Становится тесновато. Только идиот будет раз за разом наступать на одни грабли и ждать другого результата. У тебя есть хоть какой-то план? Нам нужны люди. Ты знаешь, какие. И еще техника. Лучшая на рынке. Ну и везение. Хотя бы, блядь, немного везения. Ты сказал «нам»? Ты же не хочешь все пропустить? Погоди, погоди. Если я правильно поняла, ты предлагаешь мне стереть пыль с цунами и опять пойти с тобой против Арасаки? Бинго. Когда? Не знаю. Сейчас? Угу. А с чего ты решил, что я соглашусь? Очисти свою совесть. Ах, вот как? Может, конечно, ты и королева всего Найт-Сити. Но ты же не настоящая бестия. Настоящую ты похоронила, чтобы добраться до вершины. Загляни в себя. Я знаю, ты сможешь ее найти. Черт. Видимо, это было неизбежно. Я знала, что однажды ты выберешься из своего ада, припрешься сюда и все к хуям разрушишь. Некоторые вещи не меняются. А мы? Мы изменились? Я не знаю. Как насчет того, чтобы это выяснить? Ты ведь поможешь мне в этом? Заткнись уже, Джуни. Прошу тебя, просто замолчи. Ну, как оно? Это уже грустно. Плакать хочется. Сука, блядь! Каждый раз. Никогда не видел, чтоб трезвый человек спал больше 20 часов. Эй, да у тебя знакомое лицо. Ты, наверное, Криспин Вейланд. Прям вылитый отец. Ха, кровь от крови. Я что-то пропустил. Ты тут зачем? Начальница тебе разъяснит. Бестия? Начальница у нас одна. Пойдем, она тебя ждет. Вижу, уже познакомились. Вот и замечательно. Бестия, что тут делает этот субъект? Он пилот. Подбросит нас до площади корпорации. Нас. То есть ты со мной? Не делай вид, что удивлен, засранец. Снаряга вон там, выбирай, что хочешь. Ага, так и сделаю. Почему? Вон там снаряга, Джонни, не забудь!
А вертюр-то мне зачем? Посмотрю. А это что? Тормозные двигатели. Антигравы. Цепляешь их к ногам и можешь спокойно прыгать практически с любой высоты. Джонни, разберись сам. Ну не маленький. О, круто. То есть мы видим весь интеллект Ви. Есть меч лучше. Валим. Ладно, ладно. Я понял. Так, теперь скажи мне, какой у нас план? Окей, вставляй щепку. Да, блин. Цель – точка доступа к Микоши, в Арасака Тауэр. Надо дойти до лабораторий, удержать их на время вашего разделения и вернуться живыми. Арасака Тауэр – крепость. Самое охраняемое здание в Найт-Сити. Просто зайти с главного входа у нас не получится. Поэтому мы пролезем через самодельное окно. Теперь важное. Нам поможет мелитеховский бомбардировщик «Стрикс». Полетим на нем. Сначала мы бомбардируем здание и сносим орудие ПВО. Затем мы разрушаем стену 76-го этажа, прыгаем внутрь и перед приземлением включаем антиграв. Так, дальше. В результате наших действий мы попадаем в чащу тропического леса. Вопреки расхожему мнению, Арасака любит выпендриваться. Мы прорубаемся через джунгли к шахте лифта на вертикальной оси здания. Шахта идет по всему зданию. Антигравы позволят нам быстро спуститься на нижний уровень. Охрана будет напугана и дезорганизована. Сопротивления мы почти не встретим. Мы доберемся до лабораторий, найдем точку доступа. И дальше дело за тобой. Аплодисменты, пожалуйста. Я же сказал, начальница и королева у нас одна. То есть мы будем разносить этих уродов с воздуха? Серьезно? Как же давно я этого ждал. Погоди, пока выпрыгивать из штанов. Если мы хотим выжить, нужно кое-что еще. Теперь самое трудное. Надо столкнуть с орбиты спутник Джуроджин 0401. Хуя себе спутник. Мы войдем в историю, друзья мои. После этого, примерно на 3-4 часа, пропадет связь в Найт-Сити и в обеих Калифорниях. Ни координации, ни поддержки. Полный хаос. Только не говори, что кроме бомбардировщика, ты еще и военный шаттл прикупила. У меня один знакомый работает в Orbital Air. Тайный доброжелатель. Высокопоставленный информатор. Я ему заплачу, и он нам даст доступ к спутнику. Дальше в игру вступит наша старая знакомая. Хочешь сказать Альт? Ну а что поделать, если только она может спихнуть с небес спутник Арасаки. Мне все равно надо поговорить с Альт. Я ее уговорю. Только не обострись, Джонни. Тут я не смогу тебя подстраховать. Сказал, значит, сделаю. Ладно. Короче, мы незаметно подлетаем к Арасака Тауэр и опрокидываем на них корзинку с бомбами. Правильно. Потом прыгаем в башню, ищем шахту по вертикальной оси и пробиваемся вниз. Да, к точке доступа Микоши. Как тебе? Даже не знаю, как-то все слишком просто. Кстати, шансы уцелеть у нас дерьмовые. Но ты готова? Готова. Закрыли тему. Вести? Что? Спасибо тебе за все. Давай потом. Значит, остается только Альт.
Ты знаешь, как перемещаться в киберпространстве? Ну, у Ви был в этом кое-какой опыт. Думаю, я справлюсь. Иди обратно. Никс покажет тебе, что нужно делать. Уэйланд, прогревай пока двигатели. Мы скоро придем. Вы там долго будете или как? Может, я поспать успею? Так, ничего не надо перематывать. Да как вашу мать? Тихо. Мне дали эти вещи, я их не могу взять. Что за ерунда? Ничего себе, у чего у бестии есть лучше бронь? Антиграва говно. По-другому не скажешь. Не знаю, что лучше. Не дай бог эту хрень надеть. А, они идентичны. Тогда похрен. Но обидно, что катану нельзя то, что получше одеть. Это обидно. Придется более слабым пользоваться. Привет. Это ты хотела нырнуть, да? Да, вроде того. Круто. Вот твой костюм, надевай его и садись в кресло. Чуть-чуть. Я на сегодня все, так что выныривать будешь сама. Только технику мою не трогай. Уже оделась. Почему она стоит передо мной? Ты видишь Альт, потому что хочешь. Это защитный механизм. Твоя эксплицитная память создает заместительный образ. Я чувствую себя странно. Как будто в кошмарном сне. Ты читаешь мои мысли? Упрощенное объяснение. Ты не признаешь своей сути. Ты конструкт, совокупность данных. Я... знаю тебя.
Что значит «знаешь меня»? Как строчки кода. Тогда зачем разговаривать? Ты же и так все знаешь. Акция опережает реакцию. Ты сначала говоришь, а потом думаешь. Ты даже шутишь, как Альт. Это воспоминание о чувстве юмора Альт. По-моему, это какое-то извращение. Я как будто... Голый. Времени мало. Дозор может заметить перегрузку. Я знаю, где находится... Под Арасака Тауэр. Это предсказуемо. Блин, ты серьезно, что ли? Ты читаешь мои мысли? Спутник Джуроджи 0401 не опасен. Я могу его обезвредить. Притормози на секунду, пожалуйста. Ты пройдешь в Арасака Тауэр и найдешь порт в Микоши. Это программа, которая обеспечит тебе подключение. Ты получишь ее на щепки. Я воспользуюсь бэкдором и смогу обойти протоколы безопасности в крепости данных. И тогда... Я разделю тебя и Ви. А Микоши прекратит существовать. А вдруг что-то пойдет не так? Это не страшно? Страшно – неверное слово. Да, не говори. А теперь поговорим серьезно. Ты же выпустишь из тюрьмы души. Получат они в конце концов свою свободу? Да. Нет, погоди. Ты явно что-то скрываешь. Говори прямо. Они станут частью чего-то большего. Частью чего? Давай-ка еще раз. Ты не способен понять смысл этих слов. Придется тебе поверить. На этом все? Погоди. У меня еще вопрос. У меня нет времени на тебя. Знаешь, наверное, ты права. Альт больше нет. Но ты посмотри. Да пожалуйста, вали нахуй. Пиздец. Съезжай на обочину, заглуши двигатель и смотри на звезды. Просто смотри. Не пожалеешь. Мне пора. Я тебя люблю. Она с сыном говорит. Ты в этом костюме пойдешь на свое главное дело? Серьезно? А что, он на мне плохо сидит? В него хорошо всаживать пули, но это уже твои проблемы. Так, надо убрать это. Вот. Готов? Бестия, кто это был? Мой сын. Вот это сейчас было неожиданно. Ты хочешь сказать, что у тебя... Личная жизнь? Да. И хватит об этом. Я спросила, ты готов или нет? Да, я готов. Отлично. Пойдем, а то этот псих еще улетит без нас.
Фиксер. Я любила этот бар. Буду скучать. Да уж тебе писец. На самый верх. Да, кстати, а что ты сказала Уэйланду про операцию? Только то, что он хотел знать про его долю. Что это за хрень сейчас была? Он хоть адекватный. Хочет при жизни стать легендой Найт-Сити. Как и все мы. Юави. Бестия станет легендой. Никогда не поздно. Не в этот раз, милый. Уэйланд, можем лететь. Вас понял. Да, это тоже надо не в одну серию сделать. Бестия! Что? Ты какая-то молчаливая. Все нормально? Просто не могу поверить, что мы на это решились. Как в старые времена, да? Во-во, как в старые времена. Мир стал настоящим. Из той болеводной мишуры. Всем спасибо за просмотр, всем пока.